12 декабря в семейном парке развлечений «Сказка» состоялось открытие зимней праздничной программы «Фабрика Рождества». Сегодня в нашей программе выступления творческих коллективов. Они будут петь, танцевать, показывать номера на катке. Волшебное торжество стало настоящим подарком для маленьких горожан и их родителей. Специально для гостей было подготовлено множество интересных развлечений. Я была в большом шатре, и там было очень много елочек из разных материалов. Из конфет, из бумаги. Любой желающий мог поучаствовать в занимательных мастер-классах, насладиться красочным представлением, прокатиться на белогривой лошадке и даже погладить ожившего динозавра. Я Снегурочка, я надеюсь, что вы меня узнали. У нас сегодня открылась настоящая фабрика Рождества. И здесь, в Динопарке, конечно же, это тоже не исключение. Наши динозавры с нетерпением ждут Нового года и Рождества. Им тут у нас очень комфортно, мы их вкусно кормим и обязательно подогреваем. Приятный сюрприз ожидал любителей активного отдыха на свежем воздухе. В самом центре парка открылся новый большой каток. Почетным гостем праздника стал главный волшебник страны, настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, приехавший издалека, чтобы исполнить все заветные желания маленьких посетителей парка и зажечь огни на новогодней елке. Дорогие мои друзья, прежде всего, внучата мои милые, зрители телеканала «Детский». Да-да, это я, Дедушка Мороз из Великого Устюга. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам добра, здоровья, благополучия и удачи. И пусть под бой курантов все ваши желания и мечты исполнятся. Чудесная сказка будет радовать горожан увлекательными квестами, яркими представлениями и самыми разнообразными развлечениями на протяжении всех зимних каникул. Мечтай, фантазируй, смотри.